По каким, ну, улицам, как вы сюда шли? Вот, которую мы приехали с машины, по этой дороге. По этой дороге? Да. Темно, светло было? Темно. Как вы сюда, чем подсвечивали? Телефоном. Ну, фонарь. Угу. А откуда стали себе светить? Вот, где, как лес начинается, где мы вышли из машины, чуть-чуть спустился, ну, метров 10. А почему вы раньше не стали светить? Чтобы не видно было фонарь. Там же дома есть, жилье. А вы ранее здесь бывали, на этом участке, куда мы прибыли? Ну, здесь мы постоянно, мы грибы собрали здесь. А, то есть вы здесь уже были, дорогу знали, да, к этому участку? Именно к этому нет. Я решил на речку бросить. Угу. Потом, почему? Ну, чтобы след не было. Угу. Вы один сюда пришли? Да. Потом вот нашел это место. Сколько по времени вы шли от дома сюда? Ну, минут 10. Потому что я побыстрее был. У меня вопрос задам. Подскажите, вы когда по пути следования, вот с мешком, да, с сумкой, девочка находилась сюда, вы кого-то встречали, своих знакомых, вас кто-то видел? Не, меня никто не видел.